Пребывание как сознание есть истинное состояние счастья. И человек осознает это время от времени. Это и есть состояние между двумя мыслями. На духовном пути, чтобы испытать единство с Божественным, необходимо отвратить ум от мира. Перенесите внимание от мира к тому, кто видит. Можно подумать, что путем выглядывания или слушания, или какого-либо повторения, можно получить прямое переживание реальности. Но это не так. Эта реальность делает нас способными говорить и видеть. Реальность всегда здесь. Она достигнута. Один великий святой написал, что это есть великое счастье – открыть, что все уже здесь, вместо того, чтобы изобретать что-то новое. Что есть реальность? Это вечное бытие, которое не подвержено изменениям, деградации и смерти, которое сияет само по себе. Это есть свет, который не нуждается в другом свете, чтобы обнаружиться. Он есть самоявляющий и самосветящийся. Он обнаруживает все, что видимо, через тонкие органы интеллекта, ума и тела. Этот свет есть состояние блаженства. Стран много, но земной шар один. Звезд много, но небо одно. Так цель духовности в том, чтобы сфокусировать наше внимание на единстве, в то время как ум предпочитает заниматься различиями. Где мы были 100 лет назад? Этих телесных форм не было. Будут ли эти формы здесь через 100 лет? То, что родилось, умрет. Оно не вечно. Ищите божественного переживания, превосходящего ум. Это прямое переживание. Но оно проявит себя только тому, кто готов. Все чувственные объекты, от эго и до тела, нереальны. Изменяются каждый момент. То «я», которое отлично от тела, является свидетелем интеллекта, и есть высшее «я». Существует только высшее «я». Высшее «я» переживается, когда нет личного «я». Истинное отречение – это значит не искать ничего другого, кроме высшего «я». Найти и пребывать в нем – это мудрость. Исследование природы кажущегося «я», которое связано, и осознание его природы как высшего «я» – есть реализация. Бог не имеет чувства «я».
Самореализация есть просто осознавание своей истинной природы. Чтобы осознать, кто вы на самом деле есть, надо выйти за пределы ума. Надо прекратить усилия ума. Единственное усилие, которое должен совершать ум, это искать свой источник, который есть вездесущее осознавание. Он неизменяемый, неуничтожимый и неподверженный влиянию. Когда ищешь свое «я», оно исчезает. Когда «я-мысль» исчезает, продолжаете ли вы при этом существовать или нет? Существование идентично осознанию. Оно одно остается. Духовная практика состоит в том, чтобы оставаться быть тем. Найдите, откуда появляется тот, кого вы считаете собой. Это будет ответ на загадку о мире и о Боге. Нужно игнорировать видимое путем переноса интереса и внимания от него на то, что видит, что позволяет нам видеть. Даже если практиковать это хотя бы по 15 минут в день, хорошие результаты не заставят долго ждать. После переживания мира и блаженства внутри, ум предпочтет углубляться вовнутрь, а не бегать за тенями. Пребывайте как вездесущее, бесконечное осознавание.